Всем снова привет, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Джек. Мы продолжаем проходить Fallout 4. И как я и говорил, я взял с собой Пайпер. Теперь она уже со мной идет. Решил поговорить тут с нашими пацанами. Кто у нас здесь в Sanctuary есть? И, во-первых, с парнем из Волтек. Я же обещал ему, что я с ним поговорю. Я здесь. Hey, now that you're back here in Sanctuary, how would you like a job? A job? For me? Really? Yeah. What do you say? Wanna work for me? Так, я тебя отправлю в Альянс. Yes! Oh my god, this is the best thing to happen to me since the worst thing to happen to me. What's the angle here? Давай, удачи, братин. Жаль, что с тобой все так просто. Фуражка капитана корабля. Блин, круто. Так. С кем еще я могу поговорить? А? So what's your story? Looking to trade? Rob me? Or just ask directions to Diamond City? Your money. All of it. Now. Yeah, yeah. I know the drill. This ain't my first mugging. Here. Now leave me alone. Lol. Hey, Carla. Ah, the robber. Hey, I paid up, so get lost. Я думал, это шутка, я хотел пообмениваться. Ну ладно. Вот, Шеффилд. It's like I can finally think straight. Хорошо, как тебе дела-то, Пайс? Hey, Sheffield. What do you think about coming to work for me? I gave up alcohol after settling down here. Doctor said I shot my liver. И Марси здесь работает, ну прям вообще раздолье. Когда-нибудь я здесь все обустрою прям красиво, и чтобы все было как надо. Let's trade. Так, патроны и сам пистолет. Понятно, я тоже надеюсь, что найду своего сына. Так, я отправился служитель Волтека в путь. Так, ну что, я готов. Я готов, черт подери, попасть в этот форт любой ценой. Надо быть готовыми, что сейчас сразу же на нас нападут. Нет. Нет, основной вход завален, надо найти. Как можно сюда попасть по-другому? И жаль, что мы опять ночью тут тусуемся. Hey, something's found up in the Да блин, не трясись. Двадцатый уровень, hell yeah! Теперь надо подумать, что взять. Да, Тим. Теперь надо подумать, что взять. Ты снова недоволен тем, что я не взял тебя с собой. Так, цену торговцев выгоднее. Вы можете повысить покупательную способность магазина, инвестировав в него 500 крышек. Ага, только на 41 уровне. Фига себе. Ну, кстати, уровней больше тут гораздо, чем раньше было. Так, уровень 21, чтобы на 60% больше урон наносить, шанс шеломить врага. Так, антирадин нейтрализует 60% радиации, стимулятор, это понятно. Так, свинцовое брюхо максимальное, жена убийца максимальная. Что еще я могу сделать? Так, будучи всенародно признанным правителем, вы можете прокладывать линии снабжения между своими поселениями. Это неплохо, в принципе. Так, ну, наверное, улучшение для оружия надо поставить. Так, стрелять и убивать, получив доску модификации магнистрельного оружия базового первого уровня. 2, 3, 4, понял? На 39 уровне. Окей. Теперь хоть модификации смогу поставить. Вопрос в другом. Как мне сюда пробраться? I can carry something, if you need me to. Да, я знаю. Тут закрыт.
Не хочу пока хлам таскать, только вроде все освободил более-менее инвентарь свой. Если что, потом соберу. Тут что закрыто? Окей. Где тут вход? Я думал, фонарь явно показывает, что вот, заходи сюда. Опаньки. Знать лишь одно. Он или другие наемники где-то здесь. Поэтому я приготовлю себе. Тести. Теперь надо убивать. Тут синты. Здрасте, приехали. Не сегодня. Так, пушку бегу, срочно. Теперь связь с институтом явная. Просто так выстрелю, чтобы знать, что патрона больше нет. Так, тогда этот карабин возьму. Как раз проблема в том, у тебя ж руки нет, но есть вторая. Нет, эти не жужжи. Какой-то супер крутой синт. Я тебя сейчас ликвидирую, нахуй. Ликвидация, придурок. О, это супер крутой. Валиваем, нет никакой ликвидации, шутка все это. Так, терминал, быстрей. Надеюсь, меня не убьют. Так, Quiet, не подходит. Wears, не подходит. Nails, не подходит. Hatch, не подходит. Boards. Не подходит. Лист. И электрончик. Сменить единицу характера. Охрана порядка. Срочно. Мочи их. Не зря же я с собой столько времени таскал столько еды. Нет, я должен его сломать. Я хотел оставить, потому что сейчас не время, но, блин.
дичь во мне живет. Дичь внутри меня говорит, ты должен. Пусть там и мусор, но ты должен. Got it. Ради замен. Так, это выход. Окей. Тут заходит. Понял. Жопа торчит такая. Прикольно. Антирадиационная кожаная броня для правой руки. Уменьшение урона от брони на 15%. Что, хорошая штука? Ну, по броне хуже. А выглядит... так себе. Блин, мне показалось, здесь эта аптечка есть. Да, с дробовиком мои дела были лучше, конечно. Нам еще ниже надо, на 10 метров куда-то спуститься. Не слышу. Ну по нам стреляли. Как думаешь, я это или нет? Терминатор вонючий. Кстати, в движке с разрушаемостью не получше поработали. Раньше враги так не разлетались на части. Красивый стиль. Форт Нокс прям. Ну. Отлично. Я не нажимал крит, он сам кританул. О, лидер синтов. А вот тут я кританул. И нет больше лидеров синтов. Да, пушка, конечно, хорошая, но очень долго. Очень долго она стреляет. Хоть стул с боя не съел. Спасибо, что дали мне время. Фух, давайте взломаем, потом посмотрим, что на его трупе. Watched, нет, hanging, близко. Sweet. Да. Sweet dreams. Так, турели. Ну, поздно уже, конечно, я выключу. Оставшись. Дверь. Открыть. Еще и закрыты боеприпасы, ради которых, ну то есть я тут убил кучу синтов, как бы как награду я получаю вот эту комнату с припасами. И тут закрыто. Круто. Going up. Mm-hmm. The
more. Going up. Это выглядело так, как будто бы она не успела зайти, но на самом деле она успела. Я горю. И почему я вдруг встал? Так, это ведь та самая пушка, которая наносит хороший урон робот. Я успел. Так, таинственная сыворотка. Сопротивление урона 50, радиация минус 36 тысяч, сила плюс 5 на время. Понял. Statistically speaking, your survival is improbable. Блин, ну это прям как эти. Блин, Isolation. Андроиды. Твой шанс на выживание. Иди в жопу. Говоришь, злодей. Сейчас, подожди, я шашлыка поем. На всякий случай. Октябрь 77 года. Опять боеприпас надо взламывать, чтобы получить. Но это же награда. Я так далеко ведь не просто так. 4 ядерных мега. Все, забираю свое слово обратно. Отлично, это почти. Ну, 400 монет, по идее. В зависимости от того, как сильно у меня прокачана харизма. Do not attempt to apprehend. Do not be alarmed. Law and order will be restored. Hear that? Was that you? Это был не я. Надо эти гранаты применить. Точнее, поставить. Сколько у меня оружия всякого прикольного. Так, 26-38. Батарея урон. 27. Слушайте, я даже эту штуку постреляю. Так, и... Фига себе, дура! Ну-ка. Engaging multiple hostiles. Sorry, your house has been a wreck for 200 years. But I don't need a roommate. Сосед ему не нужен, а я и не спрашиваю. Кстати, военную электросхему тяжело найти. Never expected you to come knocking on my door. Gave you 50-50 odds of making it to Diamond City. After that, мне типа настолько насрать, что я просто беру и начинаю во время его диалога обмениваться с ней вещами.
Хило, хило. Закрыто, да? Ладно. Look, you're pissed off. I get it. I do. But whatever you hope to accomplish in here, it's not gonna go your way. Security's too good. Блин, да. Там какие-то припасы, да? Посмотри, какая у меня шапка шикарная. Вообще топчик. Ну, могли бы что-нибудь получится положить, конечно. Но жаловаться не буду. Шикарная пушка вообще против них. Я что-то даже и не решался такую пушку взять. Она оказалась вон чем хорошим. Я почти уверен, что... Ну, в комментариях уже мне писали вы. Наверняка, что типа, вот попробуй против синтетиков вот этой штукой. Ну, я все-таки первый раз играю, поэтому... Только сейчас вот решил ее попробовать. Лучше поздно, чем никогда, согласитесь. Вы же тоже не сразу все тонкости игры знали. А чё у них такая броня крутая? Какого чёрта? You've been terminated. It's not too late. Stop. Turn around and leave. You have that option. Not a lot of people can say that. У тебя есть опция заткнуться и не бесить меня. Beyond me. Блин, там что-то вообще супер крутое. Но я сохранюсь. Надеюсь, когда-нибудь приду сюда и взломаю, если не забуду. Даже в туалете надо эти аптечки взламывать. Интересно, люди, которые здесь жили, вообще кому-нибудь доверяли? Ставит на аптечку замок в своей собственной ванной. Пайпер это понравилось, да, я знаю. О, терминальчик. Так, так, так. А что он дает? А, число попыток восстановили. Я думал, уберут варианты ненужные. Так, нерв. Nope.
Blade, nope. Дузен. Одна. Вот и думай, какая там, блин, боку подходит. Шайнен Дузен. Ох, так. Метал, может быть. Но вот с Блейдом было ноль. С Дузеном одно с вас. То есть это точно не буква Е. Она была единственная, которая была в слове Блейд, по сути. Как в этой. И буква Д. Значит, не Д и не Е. Значит, О, З или Н. О, З или Н. А нет, и не Н, значит, О или З. Scale, Mids и Blast. Ничего из этого не подходит. Ну тогда я даже не знаю. Мне кажется, эта игра какой-то очень близкой стала. Как будто бы в приближении играю, нет? Мне одного так кажется. Так. Пип-бой. Да, как будто бы я реально приблизил. Но тут как-то можно... Блин, как-то можно было... этого. Скрыть подробности, показать. Я был в какой-то менюшке, и там была написана кнопка, которая приближала к пибою в упор. Сортировать, смотреть. Okay, you made it. I'm just up ahead. My synths are standing down. Давай поговорим, давай поговорим. Зачем тебе мой сын был нужен? Где он сейчас? Сколько ему лет? Так, знаете, я сохранюсь. И мне нужна будет харизма по-любому. Поэтому я накину костюм Реджинальда на себя. Так, и мне нужны... There he is. Most resilient man in the Commonwealth. Funny. I thought I had that honor. Давай поговорим. So, here we are. Funny, huh? Where is my son? Where is Sean? Pal, I'm just a puppet like you. My stage is a little bigger, that's all. Sean's a good kid. Bit older than you expected, am I right? But he's doing great. Only, he's not here. He's with the people pulling the strings. Я хочу наплечник такой. Then you're gonna take me to him. Right now. Take you to him. Like I could, even if I wanted to. Don't you get it? Your son. He's in a place nobody can reach. Sean's safe. At home. In the Institute. So where is it? Huh? This Institute. How do I get there? Haven't you been paying attention? You don't find the Institute. The Institute finds you. You open the closet. It's just a closet. You can never find the monster that hides inside. Not until it jumps out at you.
But I think we've been talking long enough. We both know how this has to end. So, you ready? You know, in 100 years, when I finally die, I only hope I go to hell so I can kill you all over again, you piece of shit. Так, ну, я думаю, мы пообщаемся. Ладно. Так, нагрудник. Это... Броня синтов, кстати, интересно, она будет лучше или хуже? Ну-ка. А знаете, что я вам скажу? Ну нет, не лучше все-таки. Ну на левую руку, я так понял, все-таки лучше. Я, правда, не вижу эту броню. Вот это вот, да? Нет, вот на правую. Вот на левую. Но надо синтов этой пушкой убивать, а другой пушкой его. Где он там, блядь, штукает? С другой стороны, типа, он просто наемник, я понимаю это. Ну, типа, его отправили, он сделал. Не будет же он там каким-то суперкрутым парням из института говорить, что нет, я не пойду. Да, ублюдок, ублюдок, на. All this tech. You were barely human. Пистолет. Критическое попадание восстанавливает ваши очки действия. Вот эта штучка. Hell yeah. Ну и валяйся тут мертвым и дохлым. Мертвым дохлым. Че я вообще сказал? 30-30 характеристики. То есть получается, что я нагрудник нелегала. За 4 косаря покупал серию. Ну, даже в этой серии, по-моему, да? Просто так. Ну, ладно, продам. За 3000. Блин, я же не знал. Хоть бы как-то предупредили меня, написали бы там в игре, что типа, эй, чувак, ты вот скоро пойдешь, тебе там дадут как бы прикольную броню. Не стоит сейчас все деньги тратить. Да, я хотел, я говорил, что я типа хочу такую броньку, вот она мне есть. Так. И то есть она заменяет все вообще детали брони, которые были на мне. Ладно, иди сюда. Ты тогда теперь будешь с этой броней ходить. Если сама, кстати, вообще сможет ее взять. Да, пока не сможет, ладно. Слишком тяжелый груз для нее. Что у нас тут? There we go. Так, включать в себя голозапись с игрой .pat, вы нашли выпуск журнала «Рубка веселья». Понятно. На веселиться мне сейчас и надо, да? Так, доступ локальный имя Кэл. Примечание. Мальчишка Шон успешно доставлен в институт. Оплата получена. Новый приказ выследить ренегатов, собрать подкрепление, зачистить и захватить Форт Хаген. Скоро выдвигаемся. Ну, то есть, по сути, они заставили его прийти в это место, отвоевать его и сидеть здесь.
ждать, когда я наконец допру и найду его здесь. И дать мне бой. Ну пока. Можно сказать, что я сократил разрыв. Так, нет, мне нужна не эта дверь. There's a story here, we'll find it. Going up. А может реально броню не продавать, ей отдать? А то, что на ней было, продать. И у нее вообще там весь инвентарь забит вещами, которые я брал. Я после этой серии все это продам. Посмотрим, сколько крышек. Ну, по идее, я должен все 4000 своих вернуть. Со всего того, что я нашел. Оперный театр. We are the Brotherhood of Steel. Братство стали. Я думаю, если кто и поможет мне найти институт и разобраться с ним, так это они. Ах, ты это видела? Ты видела? Heads up. Wait there. Okay. Shoot. Your thoughts? Have you ever seen anything like that? The airship? God. They must have. Я тоже, блин, это пипец вообще. That's all. All right. Они даже под эту ситуацию записали диалогов, ну вообще топчик. Куда они полетели, кстати? Ну-ка. Ага, для перегруппировки в полицейскую сторону, ну типа вот в полицейский участок, короче, в котором мы были. Им сказали отправиться. Так. Что делаем мы? Я заканчиваю на этом серию. Классическую музыку. Летает корабль. Я заканчиваю на этом серию. Говорю вам спасибо, что посмотрели ее. Увидимся в следующей. Как и говорил, разберусь с инвентарем. Получу свои крышечки назад. И, наверное, к братству стали отправимся. Или выполним еще какие-нибудь задания. И потом пойдем к ним. Вот такие вот дела. С вами был Джек. Увидимся и счастливо.